Фрэнсен, мне нужно срочно с тобой поговорить. Встретимся в моем офисе. Фрэнсис, я бы с радостью, но сперва нужно доложить шерифу. Можешь так и поступить. А можешь сперва выслушать меня и посмотреть, не изменит ли это что-нибудь. Конец связи. Все должны быть в полной готовности. Таггарту могут угрожать не только сторонники модификации. Секретная тюрьма, запрятанная в Хайленд-парке? Человечество, честь, этот визит предательство? Знаешь, все может быть. Так что глядите в оба. Верно. Никому не расслабляться, пока Таггарт... В смысле? В смысле? Всем известно, что китайцы хотят прибрать нас к рукам. Мне не верится, что мы позволяем этому подлецу Таггарту шастать по зданию. Герой, но в нем есть что-то... Уолт, он обычный фанатик. Знаю, но я его спросил, когда он первый раз был в Детройте, и он начал вдруг мне рассказывать. Чего надо? Неприятно это признавать, но мне нужна твоя помощь. Тот сигнал, который ты отрубил на территории трущоб, был активен почти целый год. Хочешь сказать, что кто-то извне имел доступ к сети компании еще до первого нападения? Мне и раньше удавалось засекать вторжения и быстро разбираться с ними. Но тот, кто разработал этот алгоритм, чертовски одарен. Шериф уже в курсе? Видишь ли, какая тут штука? Вторжения были возможны из-за дыры в системе. Резервные схемы доступа в сеть, о существовании которой я не знал вообще. И именно с ее помощью команда Сандерса проникла на фабрику. Я здесь 7 лет проработал, Дженсен, и эту схему доступа я вижу в первый раз. Ее создал Дэвид Шериф специально для того, чтобы обойти фаервол. Он что-то скрывает, и мне кажется, пора выяснить, что именно. А почему ты пришел ко мне? Потому что, насколько я могу судить... Шериф создал эту дыру, начал гонять через нее огромные объемы данных, вскоре после того, как твоя бывшая подруга предложила нанять тебя. Простите. Мистер Дженсен, верно? Сэр, у вас же этот благотворительный ужин. Минутку, Исайя. Я надеялся вас встретить, мистер Дженсен. Билл Таггарт. Я знаю, кто вы. Основатель Фронта Человечества. Да, да, вы должны меня знать. У вас, начальника службы безопасности Дэвида Шерифа, на меня должно быть немаленькое досье. Но уверяю вас, мистер Дженсен... Я и сам в ужасе от недавних событий. Вот как? Я не поддерживаю то, что вы и ваша компания делаете с человечеством. На мой взгляд, это крайне опасно. Но борьба с изменяющими людей технологиями возможна только законными методами. Я это запомню. Сегодня ваш первый день после несчастного случая полугодичной давности, верно? Сэр, нам пора идти. Это был не несчастный случай. О, виноват. Для вас, наверное, огромный стресс столкнуться с подобным инцидентом так скоро после... Полагаю, должно вызывать неприятные воспоминания. Я ценю вашу заботу, мистер Таггарт, но я пока неплохо справляюсь. Мистер Дженсен, я психолог. Я знаю, когда человек пытается спрятаться за словами. Тело может исцелиться, но сознанию это не всегда доступно. Подумайте об этом, правда? А теперь простите, мне нужно идти.
Мистер Таггарт, вот что мне любопытно. Чего вы хотели добиться, приехав сюда сегодня? Мне казалось это очевидно. Ваша компания стала жертвой насилия. Необходимо остановить кровопролитие, но я боюсь, этого не случится, пока мудрые, понимающие люди не придут к соглашению. К соглашению относительно? Относительно будущего, мистер Дженсен. Технология модифицирования угрожает изменить направление эволюции человечества, поставить под вопрос самоопределение человека. Вы думаете, правительства могут оставить это без внимания? Прогресс не остановить, мистер Таггарт. Возможно. Но нельзя же просто сидеть и смотреть, как он происходит. У нас достаточно способностей, коллективной воли и понимания, чтобы повлиять на него. Ясно. Спасибо, что просветили меня. Всегда пожалуйста. Босс, нужно поговорить. Что-то не так? Не знаю. Перед тем, как нанять меня, вы создали личный канал доступа в обход сетевой защиты. Чего? Причард говорит, кто-то использовал его для входа в систему до первой атаки. И все наши меры безопасности были ни к чему. Ведь мы даже не знали о лазейке. Вот как. Понятно. Но ведь Фрэнк уже все исправил. Сейчас да, но он не понимает, почему вы раньше об этом не говорили. Фрэнк параноик, Адам. Ты понимаешь. Занятой человек вполне может что-то забыть. Босс, вы передали через этот портал большой объем данных, до того, как приняли меня на работу. Возможно, Причард параноик, но, признаюсь, мне тоже интересно, что это было. Да, как бывшему копу наверняка. Важно другое. Вы нашли дыру, вы ее заделали. Теперь мы в безопасности. А данных, полученных на объекте Фема, достаточно, чтобы найти этих ребят. Давай подумаем о более важных вещах. Поверьте, я так же, как и вы, хочу поймать этих парней. Но все наши проблемы с безопасностью, включая сегодняшнюю, связаны с этой дырой. И если вы хотите, чтобы я поймал этих ребят, я должен знать, какой информации у них был доступ. Ты прав, ты прав. Не думай, что я хочу отвертеться. Честно говоря, у меня просто куча других дел. Я пытаюсь спасти будущее всего человечества. Нельзя, чтобы какие-то принципы безопасности мешали нам, в то время как люди вроде Билла Таггарта только и ждут очередной ошибки. Ты мой лучший боец, Адам, и я на тебя полагаюсь. Я знаю, что ты останешься верен мне и в дальнейшем. Ведь именно это по-настоящему важно, согласен? Будущее. Стоп. Поймите меня правильно, босс. Я знаю, что все решать вам. Но я опасаюсь, что данные, которые вы передавали, могли попасть в руки хакера, который атаковал нас. Если так, что мне с этим делать? Кажется, я забыл об этом. Но я все еще не понимаю, зачем это тебе. Твои предположения о краже данных — это не проблема, пока мы сильны и работаем вместе, как команда. Я всегда старался делать только так. Находить лучших, знающих людей и собирать вместе, чтобы они дополняли друг друга. Меган уже поняла это. Поэтому она и предложила нанять тебя. Чтобы помочь нашей маленькой семье выжить.
Меган? Босс, при чем здесь Меган? Я думал, мы говорим о проблемах безопасности. Да ни при чем. То есть, не напрямую. Данные, о которых ты так беспокоишься, всего лишь обзорные отчеты. Проверка фактов, то, чем я занимаюсь каждый день. Меган указала мне направление, я прислушался к ней, и все. Я уже немало рассказал, и хочу знать, как все эти подробности помогут обеспечить нашу безопасность. Может, теперь ты позволишь мне позаботиться об этом? Босс, 6 месяцев назад наемники знали об этой компании больше, чем я. Воспользовались этим и обошли все средства защиты. Мне все равно, что у вас с Меган за секреты, но я хочу быть уверен, что это больше не навредит. Адам, я не хотел. Ты прав. Ладно, ты прав. Мне не следовало скрывать это от тебя. Надеюсь, ты поймешь, почему я так поступил. Ладно. Слушай, на самом деле этот канал связи был предназначен для частного сыщика. Того, кто собирает и проверяет факты о человеке и его прошлом, о будущих работниках, вроде тебя. Что? А как иначе? Это же ответственная должность, а тебя только что уволили из спецназа. Меган верила в тебя, но я хотел знать наверняка. Я не хочу, чтобы это испортило наши отношения. Я отправлю тебе файл и сам увидишь, что он раскопал. Но я бы на твоем месте хорошенько подумал. Почему? Что вы имеете в виду? Иногда прошлому лучше оставаться прошлым. Когда ты увидишь эти данные, сделанного не воротишь. Возвращайся, когда закончишь. Поговорим. Нам нужно обсудить, что делать дальше. Вот. Это тебе. Корпоративный биометрический паспорт. Мы настроили обход системы проверки, так что ты без проблем должен добраться до острова Хэнша. Вы меня в Китай отправляете? А что с Фема? Фема тут ни при чем, поверь мне. Возможно, в Китае нам повезет больше. Как вы можете так говорить? На моих глазах ублюдок, убивший Меган, выводил людей из того здания. Один из них сейчас валяется мертвым там, на подземном складе. Я знаю, Адам. Фрэнк все время мониторил твою операцию. А еще я знаю, что перед смертью тот человек сообщил тебе адрес в Китае. Его нужно проверить. Не вижу смысла. Пойми, Адам, есть причина, по которой компания стала целью нападения. Ты, наверное, думаешь, что дело в тайфуне или каком-нибудь еще сверхсекретном проекте, о котором я тебе не говорю. Мне приходила в голову такая мысль. Так вот, дело не в этом. Команда Меган занималась работой, которая должна была заново определить представление о человеке. Наша компания, Шериф Индастрис, была близка к тому, чтобы открыть человечеству новую ступень развития, контролируемую эволюцию. Неужели ты не понимаешь, насколько это могло напугать некоторых людей? Конечно. А еще я понимаю, насколько это лакомый кусок для других людей. Адам, меня никогда не интересовали деньги. Но ты прав. Есть люди с другими взглядами на мир. Например, кто? Я очень надеюсь, что ответ на этот вопрос ты найдешь в Китае. Так что давай. Фарида уже готовит вертолет. Thank you.
не смогу составить мистеру Таггарту компанию на благотворительном ужине. Нужно быть пьюти. В реабилитационном центре. Привет, Дженсен. Босс сказал, что ты скоро будешь. Хенша тебе понравится. Ты там была? Жила там когда-то. Работала 3, может, и 4 года в верхнем городе. А по ночам развлекалась в нижнем. Ты готов отправляться? Да вроде бы да. Малик, сколько это все займет? Ты про перелет или про веселье после? Не волнуйся, ты и пикнуть не успеешь, как мы уже на месте будем. Давай, залезай.